have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, мы с тленышами стоим на входе в пещеру. Тут у нас вроде как квестик, нам вроде как сюда, пойдемте пощупаем, посмотрим, как все будет выглядеть. О, быстрая перемещалочка, спасибо. Буквально чуть-чуть до нее не дошли, оказывается, в прошлый раз. Посмотрим, что у нас внутри ждет. Главное... Я каждый раз делаю какой-то перерыв между сериями, потом так долго приходится привыкать. Ладно. Вот так, я починила плитку, и теперь ты можешь активировать дверь. Спасибо, блин. Итак, ну, естественно, чтобы активировать дверь, нам нужно... Да, не зря же оно... Погодите, перед тем, как мы это все сделаем, я хочу сюда заглянуть. Пардоньте. Что-то я как-то не сразу в голосе сегодня. Ну ладно. А зачем мне сюда? Сюда надо принести. О, место медитации. Ой-ой-ой, это круто. Вот это прям хорошо. Не пожалел. Не пожалел, что пришел сюда. Классно. Но мне кажется, что сюда нужно что-то принести. Или мне кажется. Не, ну это было прям хорошо, это было прям неплохо. Я рад. Так, теперь выбраться бы отсюда. А еще желательно выбраться и не сдохнуть. Было бы идеально, на мой взгляд. Да блин, что сегодня такое? Вон там есть какая-то штука. Такое ощущение, что я отсюда... А-а-а! Вон там можно проползти. Ой! Спасибо. Где меня... Блин. Я уже медитировал или нет? Ну, будем надеяться, что да. Там он очень как-то мудренно все это сделано сейчас. Я вот этого сразу не сделал. Я думаю, просто на пропрыжке можно это все... А оно нет. И куда это я? Так, ну это вот эта дверь, которую мы видели, до которой я не мог добросить. И что я получаю? Почта духов! Ой, давно я ее не видел, кстати. Давно я ее не видел. На что там на входе были? Да, точно, на входе были... У нас, по-моему, две почты подобраны. Я просто ни одну... ни одну положить не мог. Ну, то есть... Вторую-то я сейчас не пробовал, а вот... А вот как мне обратно.
Давайте я по-быренькому сейчас гляну. Я же медитировал вроде. Ну, то есть, мне должны были засчитать, но я сейчас подойду. Да, видите, оно уже засчитано. Хорошо. После этого, после медитации сохранение проходит. Хорошо, супер. Тут мы разобрались. Парочка секреток. Я рад, что я сюда зашел. Не зря такое место было. Тут мне нужно будет, скорее всего, одновременно. Или даже одновременно. А, я понял. Все, вот так вот надо сделать. В принципе, логично. Экологично. Не особо проблематично. Я думал, что я сейчас опять на заднице вниз поеду. Тут просто ступеньки. Хорошо. А, что у нас по... У меня 220 есть по улучшениям. На тебя 400 нужно. 400 вроде не так уж и много. Теоретически это можно накопить. А что у нас? Да, идеальный натиск. Я вот вроде как не планировал. Ладно, мне главное сейчас тогда получается еще одну стрелу добавить. Воу-воу-воу, сердце деревни. А почему сердце деревни находится в жопе? Прям серьезно. Что произошло с деревней? Ну, давайте смотреть, что тут и как происходит. Главное не делать необдуманных поступков, да? Вверх посматривать. Тут ступеньки, но дальше я поеду. То есть сюда я уже как таковое не вернусь, да? А, мы в воду приземлились. Я думал, надо подпрыгнуть. Знаете, это фишку, когда... Если вдруг лифт падает, и нужно просто в последнюю секунду подпрыгнуть, и тогда ты не разобьешься. Так, хорошо. Нас уже ждет теплое приветствие. В этом весь файт я тогда лечить с него. Но тут... Я бы не отказался на самом деле сейчас от быстрого перемещения, но я думаю, мне его не дадут. Пока я тут все не улажу. Не знаю, вроде как меня нырять тут не учили, или я что-то не помню. Я каждый раз оказываюсь в воде, каждый раз об этом думаю, типа. Отсюда стрелять я не могу. А, отсюда тогда. Все, понял. Соберем немножечко денежки бесполезные. Не то.
Не придави меня тут, пожалуйста. Так, отсюда я вот туда полететь не могу. Как полагается, что я сюда заберусь? Может, первый раз? Погодите, глупая какая-то... Не то, что глупая загадка, а какое-то место... Давайте подумаем. Так, я сюда забраться не могу. Если я переверну... То я сюда забраться тоже не смогу, если так переверну. Из воды я стрелять не могу, чтобы вон туда полететь. То есть, по идее, та залезьте. Нет, с этой стороны никакого цветка нету. Я могу только камушек крутить. Тут же я никуда забраться не могу, по идее. Нет, только в текстуры. Ладно, минутку, ребят. Хотя ладно, пойдемте вместе. Я думал сначала самому пошариться, но мы же в этой стороне с вами еще не были. Давайте заглянем. Может, я пока что-то недопонимаю, как оно все делается. Так что... Тут я забраться тоже не могу. Наверное, это и сделано как раз, чтобы я сюда мог прилететь только оттуда, что ли. Оно тут даже не открывается. То есть, если у нас вот этот цветок, куда мы можем прилететь. Давайте попробуем, что я теряю. Если это так, в самом деле, работает. Кстати, быстро плавать мы не можем. Можем только быстро бегать. Не залезь. Ну я же выстрелил! Вот этот момент бесит. Только берешь, натягиваешь сетево, опа, и ничего не происходит. По идее, это работает сейчас. Да! Отлично. Но это я только тленыша заберу. Да, ладно. Это не поможет мне пройти дальше. То есть это место чисто для того, чтобы... Хорошо, хитро придумано и работает, в принципе, даже нормально. Так что тут я ничего не скажу. Пойдемте пытаться как-то наверх. Ну, по-моему, просто фишка в том, что я не могу одновременно и взрывать камни, и находиться на них. Или это не так? Я вроде как-то раньше такое пробовал, и это не работало. Да, видите, меня сразу сбрасывает. Ну, так вроде правильно, но я должен как-то наверху был оказаться. Сейчас, погодите, откуда я сюда пришел? Отсюда, да? Ну-ка. Я не думаю, что это как-то связано, что я могу как-то наверх попасть. Тут просто проплыв, и вряд ли там было бы место, как мне туда выбраться.
эту сторону. Отсюда я упал. Да, отсюда я упал. Получается, прихожу в эту пещеру. Вот вроде как ничего не происходит. И тут просто проплыв. Блин, это... Ну, это отвратительно как-то. Ладно. Или я сейчас жесточайше туплю, или тут происходит какая-то дичь, которую я не могу вразуметь. Отсюда ж я тоже, на этой штуке я ж тоже не останусь, да? Меня уронит сейчас. Да. В общем, эти камни работают таким образом, что... Хорошо, тут можно на секундочку встать. Когда оно все сворачивается, тут можно встать. Давайте тогда исходить из этого. Я должен отсюда выстрелить? Наверное, да. Давайте попробуем. Потому что это единственный... А, чтоб тебя. Это единственный вариант, который я вижу. Но нет, здесь я больше ничего сделать не могу. Здесь я больше ничего сделать не могу. Ладно, ребят, подождите, будем пытаться как-то покрутить, повертеть это все. Блин, это оказалось одновременно и сложно, и несложно. Тут есть гребаные зацепы. Тут есть просто два гребаных зацепа, как мы поднимаемся вверх, и все. Знаете, вот это вот, вот этот момент, когда супер очевидные вещи тебе прям подсвечивают огромными картинками, рисунками. А когда нужно в самом деле подзаморочиться, они такие скромные, две махонькие такие линии делают, которые, вот смотрите, сверху они заметны. Когда ты находишься снизу, эти линии практически незаметны. Блин, ну я не так много времени на этом потерял, но все равно обидно. Ну, зачем такое свинство делать? Так, сундук на время будет или не на время? Ну-ка, давайте посмотрим. А что за лаги? Да иди ты нафиг. Я не буду с ним драться. Он идет лесом. Я просто уже и так сейчас взбешен этой загадкой. И, ну, не то чтобы загадка, вот этим вот отвратительным подходом еще мне дают вот этого монстра полузабагованного. Иди к черту просто. Так, знаете, я не знаю, сколько осталось до конца игры, но вот это все начинает чуть-чуть уже подбешивать. И в тех моментах, где, например... Я понял, я не оттуда пошел. Все, хорошо, давай. То есть игру хочется полностью исследовать, игру хочется полностью все до ниточки проходить, когда оно того стоит. А к этому моменту игра уже доказала, что ну здесь все настолько на отшибись сделано. Тратить на это свое время? Не, спасибо. То есть какие-то секреты я попробую все-таки поискать, но проходить ее до ниточки я точно не буду. Черт, это место бесит, столько времени тут потратил. Знаете, самое большее здесь бесит, да, здесь кривые загадки бывают, но самое большее, что здесь бесит, это кривая боевка. Ну, наверное, нет, самое большее, что здесь бесит, это управление и кривая боевка. Ладно. Нужно будет их в правильном порядке нажимать, я так понимаю. Первый.
Это просто свет еще зажег, да? Я думал, ты будешь что-то открывать, но оно мне просто тут свет зажгло, что типа, тебе сюда, чувак. Сохранение прошло, спасибо. Я понял. Я рано прыгнул, там надо будет еще подкрутить. Надо вот это. Надо вот это. Там зацеп, что ли? Ну-ка, давайте еще раз. Сгорело на работе, блин. А, я не понял до конца, я туда допрыгиваю или нет. Давайте пробовать. В этот раз уже не получится. Да, это зацеп, который у меня получается. Не, ну... Да ну какого же фига? Вот такие моменты просто вымораживают. Главное, она уже ногами стояла на этой фигне. И нет. Да попади ты уже. Она уже ногами там стояла. И нет, давай-ка я упаду. Вот это было просто идеальнейше сейчас. Наверх я подняться никак, да? У нас передых, не передых. Нам дальше куда? Нам дальше, по-моему, вообще наверх, да? А, вот. И дальше. Опа. Просто чудом заметил. Ладно. Так, там тленыш есть. Давайте я его заберу. Что нам? Капа нам-то. Вот тут было просто рассчитано на то, чтобы обернуться, серьезно. Так, нам еще 13. 13, блин. Каждый раз я думаю, что я фиг соберу, и каждый раз нахожу новых тленышей. Такая надежда. Ну, может. Ну, чуть-чуть. Ну, пожалуйста. Бой. О, бой. А, не. А, да. Предлагают с помощью этого дракоши драться. Я понял. Пожиратель плена. Спасибо.
Не-не-не-не-не, чувак, прекрати. Ладно. Это был самый легкий босс из всех, в принципе, здесь доступных. Серьезно, это был самый легчайший босс из всех, которые здесь были. С помощью вот этой штуки он разбирается довольно быстро. Причем без урона для меня. Надо было просто попрыгать по-нормальному, все. Так, это я заберу. Я же на секундочку подумал, что у меня ее заберут. То есть, да, мне ее дали посражаться с мобами, но на босса у меня ее заберут. Нет, у меня ее не забрали. Ну ладно. Один халявный босс среди стольких десятков боссов, которые здесь есть. Я не против. Фига себе, где я нахожусь. Куда там? Сюда? Давайте смотреть. О, быстрая перемещалочка. Да, хорошо. Ну что ж. Даус, покойся ты. А, мне их нужно... правильно повернуть. Я не успею уже, да? Я думал сначала просто символы на этом искать, а оказалось все гораздо проще. Нужно собрать фигурки, а не умничать. А как дальше? Ясно. Это лифт. Ну, лифт, платформа. Движущаяся. Не многовато ли ты хочешь? Стрелу мне. Поехали дальше. Не тормозим, ребят. Прям в сердце. А! Ладно. Наверное, было рассчитано, что я к ним буду продолжать ехать. Не знаю. Зачем мне жизнь не восстанавливаться? Я же уже вне файта. Или фиг, да? А, не, нормально. Как только я сюда перешел, я уже в мифайте. А, вы так, значит, да? Не, ну это, конечно, читерство с вашей стороны. Все, мы договорились. Ага, мы не договорились.
Этим ребятам в кристалл надо стрелять. Тогда у них все хорошо в этой жизни. Там на тебе, блин, посохом. Носитель бомбы. Вот это тоже бесит, потому что бомбу цепляешь, например, на противника. Вот, и... Сейчас подожду, пока просто стрела зарядится. Бомбу цепляешь на противника, ты видишь, как она на нем висит, но при этом взорвать ты на противнике эту бомбу можешь там 50 на 50, потому что, ну, вот так вот разработчики решили. Вот не проходит урон, и все. Все, мы договорились. Свидание, чувак. Я не буду с тобой цацкаться. Да что за тропа боссов какая-то была? Ну ладно, не боссов. Я думал, сейчас будет хуже, но... Это мы соберем, это мы соберем, это мы уничтожим. Скверну, так сказать. Так, я через так. А, здесь мне предлагают взорвать. Внизу ничего нету? Ничего. Здравствуйте, до свидания. А, еще один босс-файт, да? И как это сейчас было? Как это ты туда не зацепилась? Подскажи мне. Ну вы нормальный, блин. Я прыгаю прямо на эту штуку, меня сталкивает просто в лаву. Давайте заново, я-то сейчас не успею уже. Хотя, может, и успел, почем знаю. Томаш! Нет, ну это бесит. Что за мыльные поверхности? Сейчас я, видимо, вот этой фигней уберу всю воду. Потом мне предложат туда спуститься, подраться. Да, видите, я убираю все жидкости. Теперь мне предложат пойти туда подраться с ним. Опа! Я тебя знаю. Так, это хилка. Хилку не трогаем. Надо же попасть еще в эту фиговину. Я кому-то сейчас постреляю, блин. Больно, 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 больно. Их два! Хилку трогаем. Где она была? Когда ты подлечиться-то... Блин, они лечатся? Я забыл об этом. Серьезно? Не в тебя. В тебя. Да я же выстрелил!
Шарики не перегорают, у шариков нету никакого рейнджа. Шарики вообще, блин, чеканутые к черту. Бесит такой подход. Не заново? Конечно, заново! Давайте заново все! Вот это нудное пропрыгивание по камушкам, давайте заново. Все, давайте заново, конечно. Утонуло в полу, блин. Погоди, погоди, нет, погоди, чуваки. А я смогу так начетырить? Стрелу мне! До свидания. Не, ну если игра по-свински, то я буду по-свински, я не против. Не попадаешь, уродец? Ну, они, понимаете, они еще и хилятся, их двое. У них шары бесконечные просто. Они вызывают вот этих. Нет, вот этот, короче, очень муторный, очень кривой файт. Я его предпочту вот так сделать. Знаете, тот случай, когда игра сама себя переиграла. Потому что я утонул на ровном полу, но при этом игра мне такая говорит, ну, давай тогда так. Все, до свидания. Я даже спускаться не буду, чтобы вот это разбить. Идите к черту. Это не читерство, если что. Все было честно. Если игра обращается со мной по-свински, я тоже буду обращаться по-свински с игрой. Ой, блин, там какое-то говно назревает. Ребят, я предлагаю пойти туда в следующей серии, потому что, по-моему, на сегодня приключений хватит. Мы прошли парочку боссов, один из них был ультралегкий, второго мы прошли практически на читах, хотя эта игра пытается с нами читерить. Все, увидимся на следующей серии, пойдем посмотрим на вот это говнецо, пощупаем его, возможно, даже лицом, посмотрим, как получится. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.